Вот почему тебе не нужно сравнивать себя с другими. Кто-то окончил учебу в 21, но потратил 5 лет в поисках работы. У кого-то нет образования, но в 20 он уже миллионер. Кто-то стал миллионером в 30, но перед этим искал себя 17 лет. Кто-то женился в 20, но развелся через 2 года. А кто-то женился в 30, но нашел вечную любовь. Уоррен Баффет стал миллиардером в 56 лет, а Цукерберг в 23 года. Кайли Дженнер стала самой молодой девушкой-миллиардером в 21 год. Каждый в этом мире проводит свою гонку по своей дороге и в свое время. Все многогранно и неоднозначно. Не нужно завидовать, не нужно сравнивать себя с другими. Они в своем часовом поясе, а вы в своем. Жизнь – это момент. Время и случай, как говорят. Так что расслабьтесь и наслаждайтесь жизнью. Верьте в себя и действуйте. И запомните, вы не опаздываете, вы не рано, вы вовремя.